Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, в этом видео будем с вами разговаривать касательно Дейтерия. Как его добывать, где вообще его брать, как его производить, и, ребята, поверьте, он вам нужен будет в просто колоссальных, гигантских количествах. Ну что ж, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, осмя контент. Поехали. Начнем с самого, можно сказать, простого, относительно. В общем, газовые гиганты. Газовые гиганты имеют различные ресурсы, которые вы можете на них собирать. Будь то огненный лед, будь то водород и будь то дейтерий. Только это встречается не всегда. Сейчас покажу. Ну вот, допустим, какая-то N-планета, в данном случае газовый гигант. Коллект гидроген 0,75 секунду, коллект дейтериум 0,14 секунду. Собирается это все дело при использовании вот такого вот строения. Орбитал коллектор. Он ставится, и его не нужно запитывать. Он спокойно будет работать у вас на газовом гиганте, и с помощью планетарной логистики, либо межпланетарной, либо с помощью межзвездной, вы сможете вывозить ресурсы. Но производство, прям сказать, очень и очень медленное. Давайте следующий вариант. Для следующего способа нам понадобится водород. Касательно добычи водорода, видео имеется, и подсказочка сейчас будет, если я не забуду. В общем, дейтерий, водород, они, можно сказать, друзья. Как это происходит? Мы можем из 10 водорода сделать 5 дейтерия. Давайте начнем-ка с этого варианта. Для этого нам нужно определенное строение, и называется оно фракционатор. Именно фракционатор. Давайте-ка посмотрим, из чего это делается. Это делается у нас из стальной балки, из каменного, так сказать, кирпича, или как это, из каменных брусков, будем так говорить, стекло и процессор. Как это работает? Давайте разбираться. Вот он у меня уже имеется заготовленный заранее, давайте ставить. Рецептов у этой штуки нет, она делает лишь только одну задачу. Из водорода делать дейтерий. Давайте подводить водород. Собственно, давайте-ка подведем его, скажем, вот сюда. Сейчас давайте-ка выровняем это дело. Отлично. Давайте-ка запитаем все это дело. Все, процесс пошел. Работа пошла. Тут у нас еще есть определенные проценты, значения, потребление. И почему-то не выводится. Наверное, нужно вывести. Точно? Правильно же? Выводим это дело. А здесь ставим, что мы будем собирать дейтерий. И ничего не происходит. А не происходит, друзья, потому что эта штука циклична. То есть, даже не так, неправильно выразился. В общем, водород нужно отсюда будет тоже вывозить. Таким вот образом. И только после этого данная штука будет работать. Как видите, потихонечку пошло. Естественно, можно их делать много. Сейчас покажу пример. Вот, поставили, допустим, 6 штук. И запускаем. И пошло-поехало. Как видите, водород используется. Можно еще наращивать и еще наращивать, пока у вас просто не будет такого момента, что у вас будет выезжать, просто копейки водорода. И да, дейтерий будет производиться, и это, можно сказать, выгодно, на начальных этапах вам этого достаточно, но не забывайте то, что дейтерием вам нужно будет в гигантских количествах, а производство в данном виде, прям реально медленно. Есть еще один вариант, но он, ребята, уже больше к не середине игры, а примерно к тому моменту, как вы уже, наверное, начнете строить сферу Дайсона. Сейчас покажу. И да, друзья, YouTube начинает спрашивать у вас, как вы оцениваете видео. Да, спасибо ему за это, спасибо вам, то, что мы, собственно, растем, и YouTube добавил эту функцию. Если вам не сложно и у вас это будет спрашивать, то, пожалуйста, проголосуйте. Спасибо. А следующий вариант, ребята, тоже довольно интересный, основан также на переработке водорода. Делается это все дело в Miniature Particle Solider. Он берет у нас просто-напросто водород и выплевывает дейтерий. Ничего, собственно, сложного нету, но... Ребята, водорода нужно будет много. То есть просто, грубо говоря, давайте сейчас я сначала вам покажу это здание. У нас есть, получается, 3 выхода, с одной стороны, с другой и с третьей. И просто развлекайтесь, как хотите. Выбираете рецепт, вот он наш великий дейтериум, и подвозим ресурсы так, как нам будет удобно. Ну и вывозим, собственно, так же, хоть вот так. И все будет прекрасно работать. Масштабы, поверьте, будут у вас, довольно большие. Мне этого сейчас еле-еле хватает.
И это при всем при том, то, что водород у меня прет просто, ну, как вы можете заметить, битком. И как он быстро расходуется. Ну, конечно же, он еще приезжает, ну да ладно. В общем, вот наш дейтерий. С такой скоростью он производится и расходуется в дальнейшем. Он у меня очень активно, потому что некоторые места имеют у меня ядерные генераторы, скажем так. Я произвожу дейтериумое топливо, потому что, друзья, когда вы будете строить сферу Дайстона, вам придется рано или поздно заниматься Small Carrier Rocket, и оно использует 4 единицы вот этого топлива. А там у нас используется дейтериум. Все же самое первое, что у нас открывается, это вот это вот здание, которое показывал Фрекционатор. И как бы, ну, практически чуть ли не в начале. Так что начинайте, естественно, с него. Далее, выбирать, где вы будете делать в дальнейшем, это уже ваш выбор. Использовать газовый гигант для этого, ну, такое себе, очень маленькая скорость добычи. Если просто пассивно аккумулировать, пока не использовать, может быть, да. Но если много, прям много, чтобы производить, то нет. Оптимальный вариант, это был третий, который я вам показал. И он находится вот здесь. А добраться до красной, синей и желтой, в принципе, не так уж и сложно. Единственное, вот к желтой нужен будет титан. Не забывайте об этом. И как бы... Ну, мне пришлось, по крайней мере, лететь на другую планету ради этого дела. Чтобы добывать титан и тащить его на свою. Если у вас будут какие-то вопросы касательно дейтерия, либо чего еще, запишите их в комментариях. Отвечу либо я, либо другие люди, которые посмотрят данное видео и будут знать ответ. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Dyson Sphere Program, друзья, и со временем видео по этой игре будет больше, больше, больше и еще раз больше, потому что она мне нравится, так же как и Factorio и Satisfactory запали мне в душу. Плюс, будут и ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья, также. В Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, собираться в компашку, чтобы поиграть хоть в CS-ку, хоть в Дотку, не осуждаю, сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу. Плюс, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.